Всем привет, с вами Агандриус, и мы продолжаем играть во Flatout 2. Что ж, остановились мы на чем? Правильно, вот на этой, собственно, да, капе. На этом капе, да, и вот этой херне. Что ж, вот это будет последняя уже серия, ну, точнее, последняя серия не Flatout 2, а последняя серия в рейсе, в компании рейсе. Нам осталось вот это пройти и вот это. Блин, капец как много. Так, первый заезд, 3 круга. Погнали, why not? Что ж, на самом-то деле я даже не знаю, что снимать после Flatout 2, то есть вряд ли я буду снимать его долго, как я сказал. Потому что не вижу смысла. Воу-воу-воу-воу-воу, что за месиво? Нормально такое месиво, ребята. Свали отсюда, шапка. Во-во-во, урод, урод, урод. Желтенький, блядь, урод. Ха-ха, урод, бля. Класс. Так, самый быстрый круг, окей. Так, Софи Мартина сзади нас, окей, это нехорошо. Ура, нормальный такой прям, знаете, заезд прям, въезд, короче, за поворотом. Бля, чё я несу, ладно. Короче, найс поворот. О, найс дрифт. Блин, 2 ублюдка за мной. О, осторожно, осторожно. Почему бы их не подубасить? Не знаю, не вижу смысла. Вот смотрите, кстати. Тут немного замедлял скорость. Не знаю, почему вообще это сделано. Ради чего, ради какого прикола. Так, new lap record. Нормально, нормально. А, не знаю, что снимать после Fallout 2. Честно говоря, реально, типа, у меня мало вариантов осталось. Что снимать вообще? Типа, прям, ну реально, прям, супер мало вариантов. Что снимать вообще? Типа, я прям реально серьезно говорю, мне нечего снимать вообще на игры. Либо что-то покупать новое, либо снимать что-то старое. То есть, знаете, это чисто такой, знаете, вариант такой. Блин, боже. Нет, ублюдок, я тебе не дам. Найс, 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 найс. Е-е-е-е-е-е, найс. Отлично, это было хорошо. Такс, ну, мало денег я сейчас получил, вообще ничего не получил. Найс. Неудивительно. 3 круга. Угу. Значит, у нас будет в каждом 3 круга, скорее всего. Сразу расфигачим этому ублюдку. Так, свали-ка, дружочек. Ты нам не нужен здесь, в этой конке тупой. Так, что, ублюдок? Так, налево. Тут опасно. Мощно. Тут опасненько. Так, Кэти Джексон и Джейс Уокер. Эй, чувачок. А не образил ли ты? Да он охренел. Так, надо опять возвращаться в строй. Мне это не нравится вот так вот. А, ну найс, найс, найс. Спасибо, Ролф. Вот, точнее, какой нахер Ролф. Спасибо, Подбир, за такую, что, за такую прекрасную физику. Ублюдок.
Воу-воу-воу-воу-воу, Церстер, ну говна, блядь, ну пиздец, я сейчас проиграю, наверное. Хотя нет, третье место, окей. Мне это все равно не нравится. Или все на первое. А, ну най, спасибо. Такой прекрасный дом, который разрушается банально. Из дерева он состоит. Да. А его нельзя сломать вот так вот. Сука, только не этот камень, ёбаный рот. Вот, сука, как мне, блядь, тут с физикой просто, реально физика уёбищная, просто тупого дерьма, тупого говна, сука, физика уёбищная, хуже, блядь, в аркадных, блядь, играх ебаных, это просто конченая, не игра, просто залупа ебаная. Что? Вы любите эту игру? Да мне насрать, это помойка я, а не игра в ней. Видели эту физику? Это просто уёбищное говно, блядь, а не физика. Хуже, блядь, вообще вот. За все время, которое... Вау, смотрите, какая физика! Вау, такая клёвая! Реалистична! Она нихуя не реалистична, она уёбищное тупое дерьмо. Хуже некуда, все тебя просто бесит тут, все зацепляется, все бесит. Все, сука, влияет на какое-то говно тупого говна. Сука, у меня, блядь, сука, грузовик нахуй ебаный. Рэй Картер? Лол, чё он тут забыл вообще? Ладно, второе место, похуй ебать. Тупая Софи Мартин, что ты сдох, тупая, сука, блядь. Ну, блядь, охуенно, ещё мне врезали из бампера. Софи Мартинес, иди нахуй, реально чмошница ебаная. Сколько тут кругов? Три. Мне это не нравится, так что, сучка тупая. На нахуй ебать, мне похуй, что я вот сейчас, блядь, просто застряну в ней, мне похуй ещё ебать. Главное ее спихнуть на последнее место, чтобы она, блядь, не выеживалась, ебать. Уродка ебучая. Тупая сучка на своем хуйне. На, нахуй, цистерну тебе говна, и тебе цистерну. Давай, иди отсюда, малыш, блядь. Тебе тут нечего делать, бомж. Только настоящие профессионалы тут игры, понятно? Понятно. Собираем нетруху, парнуху, блядь, сука. Бля, меня одного бесит тут эта камера, типа, как она работает вообще, очень тупо как-то. Типа, блядь, а одолить еще можно получше? Просто, блядь, нихуя не видно. Типа, серьезно, так устроена камера, что ты, блядь, не можешь понять, сука, где твоя тачка, блядь. Типа, ну непонятно, просто неудобно как-то. Ебать, цистерна говна. Найс дрифт. Ну, не дрифт, короче, типа, найс въехал. В поворот. Мне, короче, надо оторваться, потом всех мутузи, короче, бабки. А, ну, смотрите, охуенно, просто физика, да, ребята? Смотрите, самая лучшая игра, да. Ностальгичная, помойка ебаная. Нет, тут ужасная физика, ребят, ужасная. То, что они считают, ой, смотрите, какая это прекрасная физика. Вы серьезно думаете, это прекрасная физика? Это хуйня ебаная. В первой части и то было намного лучше, ебать. А тут какая-то залупа просто... Он тут просто от банального, сука, маленького ебучего камушка. Ты все нахуй улетаешь в пизду куда-то. Хотя в реальности нихуя. Я знаю, я тупой. Типа, сравнивать реально с игрой. Но, блядь, типа, когда игра реально немножко... Ну, немножко рассчитана на это. На такую, немножко такую... Отдаленно похожую на реалистичность. Типа, ну, блядь, ты хотя бы должен понимать, что, блядь... Сука, от ебучего камушка ты нахуй не улетишь далеко, нахуй. Нормально, нормально сойдет.
Фух, блядь, пиздец сложно. Так, надеюсь, мы оторвались нормально. Если да, то заебись. Ну, сука, она меня догоняет. Еще 10 очков она получит, и мне пизда. Так, сколько тут? 4 круга. Ну, я все равно не хочу ее. Вот и все, до свидания, нахуй. Бум, Рейкартер, минус Рейкарчик. Так, ну немножко можно позабавиться чисто с этими дурачками. Ух, блин, где эта цистерна говна? Не туда въехал, хотя, блин, знаете, смачно прям въехать в нее, просто смачно. Не получилось. На, блядь, уёбок тупой. Рейкартер, сука, блядь. Дрифтский арабский. Арабский нахуй дрифт, ебаный. Да, ведь так? Ведь так? Сука, я не понимаю, как вообще Булкин снимал это в хуету, блин, на протяжении так быстро. Ну, типа столько времени снимать это. Я бы уже, не знаю, чокнулся. Потому что я не люблю эту игру. Найс. Прям хорошо пролетел. Так, слушай, ты, мелкая засранка ебаная. С этими дредами, нахуй. Ты знаешь, что нехорошо нахер мне выигрывать победу. Немножко помутузили, такие найс, классненько. Так, вот этих можно двоих помутузить, желтенького и тупого желтого. Хотя не, эту тупую суку можно помутузить. Чё, на Салли Шмалер? Нихуя, куда я улетел. Так, ну я не намерен давать свое второе место, потому что, ну, блять, мне это не хочется как-то делать. Так, Салли Шмупер, иди сюда, ебать. Давай, иди сюда, сучка тупая. Я тебе не отдам первое место. Понятно? Понятно. А, сука, заебись. Наставка нахуй конусов. Нет, блять, иди нахер отсюда. Это все, мое первое место. Охуенно тут заносит просто мотачки, вот реально, видите, просто классная физика, прям суперская, ебать. Прям хуже некуда, блять. До свидания, нахуй. Я и намерен давать какому-то лысому всю победу. Понятно? Понятно. Ну все, погнали, мы тупо ускоряемся. Рекорд. Nice record. 40 секунд, хотя я мог больше. Да. Так, ну тут я, да, постарался. Так. 38, да? Сколько еще раз? А, Джек Бенд, сука, вырывает у меня победу, да? Ну, погнали, ладно. Значит, ты мне вырываешь победу, да, урод? Хер тебе. Ой, блин, это тупая карта просто. Да, это уёбищное просто начало, серьезно. Хуже некуда. Самое тупое начало, хотя не, нормально. Смачно, просто сразу в двух уёбках просто нахуй. Да. Не знаю, зачем постоянно матерюсь, потому что это снимает как-то, знаете, стресс какой-то от меня. Вот этот весь, типа вот, такой немножко такую, как бы, порцию говна. Не люблю просто серьезно вот молчать как-то, знаете, без эмоций. В конце концов, блять, я ютубер. Мне нужно проявлять какие-то эмоции, чтобы у вас вызывать те же самые эмоции. Переживать, сочувствовать. Нет. На, блять, уёба. На еще, блять. Вот реально, как же мне нравится Бендона просто пиздить. Ну и Софи Мартинес бы тоже не прочь. Ух ты, сука. Ну, сучка.
Су! О, доставка. Прикольно, спасибо. Кто у нас на первом месте? Джейсон Пукер. Ну, блин, кто бы сомневался. У самого... Самая быстрая тачка, блядь, заебись. Куда он вообще уебался? Так, мы поедем здесь, потому что, блядь, я не хочу, на самом деле, там опасно. Как-то, и да и тупо немного. Может, я могу уебаться. А, ну, блядь, заебись просто. Вау, смотрите, вот это классное, заебись, охуенное просто. Физика просто тебя, блядь, заносит до больнейшего говна просто. Цистерн говна. Рен, чем говорю, тут физика, блядь, хуже некуда. Все хвалят Flatout 2, вау, смотрите, это самая лучшая физика тут в игре, вау. Хуйня, блядь. Ржевая просто, потому что, чем говорю, Рена, тут просто, ну, самую ёбищную, отвратительную физику, которую я видел. Из всех игр. Ладно, там в других Flatout'ов, которые вообще не от багбиров. Но сам факт того, что, типа, блядь, тут физика, ну, такая себе, типа, серьезно. Тут она непонятная. То есть ты вроде такой смотришь, такой, блядь. Вроде бы классно. А вроде бы и нет. То есть такой момент, что ты не понимаешь. Типа тут от малейшего движения, сука, тебя унесет нахуй в унисон. В космос нахуй унесет. Серьезно, просто. Типа, блядь, реально. Yeah. Найс. Фу. Денежки свои заработал, да. Да, крутой. 48 поинтов. Сколько у него? Ну, если он получит 10 очков, то я все равно буду впереди. Хм. В принципе, это не так критично. В принципе. В принципе. Хм. Да, Бента, да, Бента, да. Шо, малыш? Да, малыш, я тебя уничтожаю сегодня. По полной, нахуй. Да и себя тоже не прочь. Хм. Охуенный физик, да, ребята? Да, классно, суперская. Классическая. До свидания, тупая сучка. Goodbye. Stupid. У-ху! Так, ну, в принципе, ладно. Мне буквально занять третье место будет заебись, типа. А так, чисто по хуям, ба. Фух, опасно было. Привет. Весь унесет в арабский дрифт. Ну, конечно. Нахуй дрифт. Джейсон Пупер. Есть сюда. О, суки. Меня нахуй да. Чё, блядь? Хотя ладно, чё я копишусь-то? Мне же наоборот сейчас лучше деньги заработать. А, нихуя, блядь, денег. Нормально, я получил деньги или чё? Просто непонятно было. То ли я получил бабки, то ли Пупер. Ладно. Короче, я не знаю реально, что буду после Flatout, если мы прям, ну вообще ноль людей. У меня есть Portal 2, только прикол в том, что я бы хотел совместно с кем-то снимать, типа совместно. Ибо реально, типа без напарников Portal играть, ну, это не очень. Я могу максимум, знаете, что начать снимать? Типа Roblox, ну я такой, блин, да это же кринж. Что? Да она еще тут? Пиздец, Чикса, ты чё? Она чё, ёбнутая? Ха-ха. Надо куда-то пропечатать эту ублюдка.
только вот куда? Кстати, я не очень в состоянии таком. Так что да, мне желательно нормально. Мощно. Это было мощно. Это было пиздец как мощно. Так, тебе цистерну сейчас навалим. Оп! Так, немножко хоп. Так вот, чуть-чуть задели, и все. Так, ну, Рейкартер не страшен, у нас вроде он в списке не самый высокий ранг занимает. Так что ему, в принципе, можно дать первое место, почему бы не порадовать пацаночка. Хотя, ну, хрен знает, ребят, хрен знает. Я бы хотел и первое место. Хм. Я это получу. Я это получил, да. Ах, найс. Так, последняя осталась. Так, ну неплохо. Да. А, нет, это уже все. Так, ну и последняя вот это осталось. Карл Локт. Инсета. Так, давайте последнюю закончим, собственно, тут. Где она тут? Вот она, собственно. Шо это? 4 круга. Ладно, давайте тут не придурковаться. Прям, ну... Блять, непонятно. Сука, вроде слева, то ли справа надо. А, блять, все-таки справа надо. Ебать, непонятно. Это самая тупая ее обычная карта, ребят, которую я встречал реально. Она очень, блять, странная. Тут надо, короче, бордюрчика придерживаться, реально. Хотя можно кого-то разъебать, блядь, сука. Бля, я Рейкарту не хочу отдавать свое место. Не хотел отдавать. Тупой, блядь. А, Джек Бунтун. Джек Бетон. Как вам такая идея? Отлично, нахуй, идея. У-ху! Классный физик, ребята, да? Так, все, тут главное вообще, вот, все, за, нахуй замолчи. Так, Пупер, с дороги, нахуй. Ты мне мешаешь, блядь. Я сейчас проиграю. А, не, нихуя. Бумс. Ух, найс. Отлично. Бабки получил. Бабки в кармане. Yeah. Что ж, да. Что ж, давайте, ладно, купим. Тогда уж. И в следующей серии, короче. Да, давайте в следующей серии. Так что, да. С вами был Гантриус. Всем удачи. Всем пока.